Всем привет! Меня зовут Арсений, я очень люблю кофе, я занимаюсь им 10 лет. И сегодня я представляю вам фантастическую машину, это Borg модель C805. Эта машина, прямо как у меня в кофейне, куча параметров, куча возможностей, и я вывариваю каждый день супер эспрессо, самый сладкий, сбалансированный, сочный вкус. Факторы, влияющие на качество эспрессо, их очень много. В первую очередь, это кофейные зерна. Кофе должен обжарен быть 14 дней назад, степень обжарки специально для эспрессо. Кофе должен быть обязательно свежемолотым, поэтому в кофемашине Borg C805 встроена кофемолка. Очень важно выбрать оптимальную степень помола. Сейчас я настроил помол на цифру 13. Это идеальная цифра для моего зерна. Для другого кофе эта цифра будет другая. В кофемолке 45 степеней помола, чтобы идеально подобрать помол для любого кофе, для любого зерна. Чтобы приготовить идеальный эспрессо, нужно взять 20 грамм кофе. Но как вы определите это на глаз, не используя весы? Кофемашина Borg сделает это сама. Она намалывает каждый раз 20 грамм, чтобы ваш кофе варился идеально и вкус его был сбалансированным. Готовим эспрессо. Достаем портафильтр и начисто и насухо его протираем. Тут нельзя мыть его перед завариванием, так как капли попадут в молотый кофе заранее. Вставляем портафильтр в кофемолку. Слегка поворачиваем его вправо. Формированная кофейная таблетка здесь получается очень ровная. Вручную это сделать очень сложно, практически невозможно, если вы не делаете это каждый день. Поэтому машина это делает сама и очень четко и правильно. Теперь, перед тем, как вставлять портафильтр в рабочую группу, нужно очистить от кофе предыдущих экстракций. Пару секунд проливаем воду. Эспрессо – это напиток, готовящийся под давлением. 30 мл эспрессо и давление воды 9 атмосфер. Машина это делает сама. Устанавливаем портафильтр и сразу же включаем подачу воды. Это называется незамедлительный пролив. Подставляем чашки и видим, идеальная экстракция похожа на мышиный хвост либо спагетти. Мы всегда наблюдаем за ней, чтобы вовремя выключить. Идеальное эспрессо варится 25 секунд, его объем 25-30 мл. Теперь мы видим, эспрессо готов. Здесь слой крема. Крема – это маленькие пузырьки, которые содержат в себе весь вкус и аромат кофе. Они есть только в свежем кофе. Супер!